Да, прошлый поединок сложился, как говорится, не очень удачно, да. Что-то пошло не так. Ну а мы, как говорится, не вешаем голову, сделали работу над ошибками. Еще больше будем трудиться, идем дальше, и вот уже 1 числа мы выйдем обратно в октагон. Ну да, это безусловно придает уверенности, да, каждая победа. Как говорится, приятно то, что все труды проходят не напрасно, да, и это оценивается вот, в виде бонусов, как вы сказали, да. Я думаю, что нам нужно выйти опять на большую победную серию. Оппонент отличный. Я думаю, что покажем отличный зрелищный бой, так как два ударника, это всегда интересно. Ну да, Армен знаком этот соперник, как бы из кикбоксинга, да. И мы отрабатывали, работали вместе. Артем Вахитов к нам присоединялся, помогал также. Я думаю, что подсказки будут. Ну, ведение моего боя будет без всяких ошибок. Да, ребят, пользуясь случаем, приглашаю всех на турнир 1 числа в Нью-Джерси, UFC 302. Хотел бы поблагодарить своих болельщиков. Надеюсь, я вас не подведу.